Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер. И сегодня с вами, дорогие друзья, мы поиграем в такой мини-гейм, как Annihilation на сервере Crystalix. Ну что ж, уже половина первой фазы прошло, поздно зашел на сервер. Вот, будем играть с подписчиками в TeamSpeak, ребятки. Решил поиграть в этот раз с утра, чтобы не было слишком много народу. Вот, и, к сожалению, попало на такой момент, что у нас тут технические небольшие трудности, поэтому много всяких разных фишечек не работает, к сожалению, но не беда, не беда, не беда. Как обычно, перед экраном будут бегать союзники, которые будут мешаться и ни хрена не будут делать всю игру, но к этому мы уже с вами привыкли. Так, ну что ж, ребят, давайте возьмем другой класс, хотя опять будут бегать всякие желтые, да, ну ладно, пофиг на них. Вот, ладно, возьмем другой класс, нужно добыть ресурсов, кстати, мне за этого парня опыт дали, я возьму, пожалуй, майнера. Вот жаль, что железная шахта здесь так близко. Хотя нет, я знаю, чтобы нас не убивали, нужно спуститься во вторую железную шахту, потайную здесь, потому что, блин, синий бежит, пытаться меня убить, у меня мало хп. И тут еще опять этот желтый, боже мой, убить. А нет, уже другой желтый, ладно, пусть его убьют. Так, а я постараюсь свалить все-таки вниз ко второй железной шахте. Вряд ли туда будут бегать игроки вражеской команды, ведь я уверен, что многие не знают. Вот, в принципе, в прошлой серии кто-то говорил, в прошлом цикле кто-то говорил, вот, типа, Демастер ноет, все дела, что его убивают. Ребята, да мне пофиг, я просто констатировал факт, что это тупо. Вот, что это тупо, и я, наверное, еще раз повторюсь, что мне, в принципе, пофиг, что они бегают, убивают, так было и раньше. И давно, это началось еще с того момента, как я начал снимать Annihilation. Наверное, только первые серии 50 по Annihilation меня не убивали вот таким вот образом. Вот, я уже привык к этим типам, которые бегают перед экраном, и которые тоже не будут ни хрена делать в этой игре, потому что, как у нас было в прошлом видео, ну, то есть в прошлом цикле вы видели, да, вот мы когда рашили последних чуваков, в кожанке половина игроков была, и поэтому мы с первого раза их не забили. Ну, еще потому что у нас не было зелья, но это фигня на самом деле, вот. Поэтому, ребята, если вы играете в Annihilation, запомните, к концу первой фазы, даже если вы зашли уже, вот как я, на середине фазы, нужно сделать себе железную броню. Вот видите, я зашел буквально где-то на 4-й минуте, уже 6-я минута 40 секунд, то есть прошло 2 минуты 40 секунд. Потому что меня пытаются убить, да и в принципе всех игроков здесь пытаются убить, да. Вот, я уже накопал примерно стак железа, потому что, ну, я пошел в подобную шахту, а не в общую, которая прям рядом с базой. Вот, и здесь, естественно, сразу же получилось накопать нужное количество железа. Также изи 19 левел, дорогие друзья, да. Вот, ну это, конечно же, за то, что у меня класс шахтер. Вот, но вы забейтесь, кстати, накопать должна быть. На ней можно соединять различные оружия. Например, если у вас получилось зачаровать пару мечей там на остроту и поджигание или кнотбэк. Удобная штука на самом деле. Вот, окей, окей, окей. Главное теперь не слиться с тем железом, которое мы добыли. Нужно закинуть его в печку. И думаю, где-то к концу первой фазы я уже буду в железке и смогу ее зачаровать. Возможно, мои союзники... Хотя, вот, кажется, вот этот парень так не думает. И да, я сейчас всю железку свою просру. Ой-ой-ой, просто бежать, не убежал, да, вот я просрал всю свою все свои ресурсы, потому что парень просто, хотя нет, смотри-ка, он не подобрал мое железо, лол, не подобрал, и я в итоге почти, ну, хотя ладно, он забрал мое железо, это я нашел что-то чужое железо, ну, неважно. Суть остается в том, что я просто просрал левел, но, как бы, мне пофиг, да, окей. Парень какой-то опасный меня догнал, ну, ладно. Так, окей, мы пока выкопаем чуть-чуть железа. Вот, хотя нужно сейчас сменить класс с шахтера на какой-то более боевой, либо, как вариант, сменить сейчас класс на какого-нибудь энчантера, чтобы можно было... Ну, если не энчантера, как он там, который XP рубит дофига с блоков. Как он называется? Да-да-да-да, энчантер. Там он так и называется, в принципе, лол. А почему с него, кстати, не взял никаких вещей? Там вроде кирка получше на нем. Нет, нет, я что-то не помню, что на энчантере. Ну, в общем, мы должны получать с него больше опыта. Вы мудрец, вы можете улучшить снижение своей команды, зачаровывать его, так как вы получаете больше опыта, копайте руду. Да, тут каменный меч, в общем, ничего интересного. Кто здесь был-то? А, ассасин тут, блин, в инвизи бегал. Ладно, неважно. Окей, ассасина убили. Железо переплавляется, мне понадобится железная кирка, сейчас я ее сделаю, и нужно будет свалить отсюда, потому что... Ну, потому что нас здесь забьют нахрен, если мы здесь останемся, это, в принципе, логично. Окей, сделаем себе железный меч, чтобы хоть как-то отбиваться от врагов. Вот, и железную кирку, чтобы копать эмеральду. Там синий пробежал, сейчас, наверное, сюда на меня сагрится. Так, не, вроде все обошлось, меня не заметили. Отлично. Отлично, нет, все, меня заметил уже один пацан. И другой пацан. Боже мой, как, сколько их тут просто! Так, ладно, здесь есть спуск. К лазуритам, кстати, за который тоже дают нормально опыта. Смотрите, я сразу же полтора левела получаю с одного лазурита.
Ну, парень копает быстрее меня, поэтому он забирает опыт тоже. Но в отличие от лузовитов, можно копать вообще-то эмеральды. Они здесь в стенах находятся. Если, в принципе, знаете, то можно так вот бежать. Смотрите, изи левел. Изи еще в два левела. То есть вот, редстоун вон там можно копать тоже, в принципе, изи. Изи уровень. Вот, если вы играете за энчантера, вообще просто быстро накопить нужный вам уровень. Это здорово, это здорово. Хотя, видите, я не в железке, хотя сейчас уже начнется вторая фаза. Но, говорю, опоздал на 4 минуты. Ну, плюс меня сливают, а я хочу еще зачаровать свою броню. А, ну, за этот класс это вообще, не знаю, вроде как изи. Так. Кстати, почему за этими эмеральдами не появляются блоки руды? Они, наверное, что, не восстановятся, что ли? Эмеральды. Эти эмеральды, они не восстанавливаются? Странное дело. Ладно, давайте редстоун лучше покопаем. Вот, да, редстоун восстановится. Странно, что эмеральды не восстанавливаются. Видимо, где-то есть другая эмеральдовая шахта на этой карте. Если действительно ее нет, тогда это проблематично. Надо будет фиксить эту карту. Вот. Как видео будет называться, парень спрашивает. Не знаю, как видео будет называться, парень. Играли с подписчиками в TeamSpeak и в Annihilation. А нет, нет, смотрите, эти эмеральды восстанавливаются. Странно, что после них не появляется булыжник. Я даже немножечко удивлен. Буду с вами признательным. Кстати, система зачарования на 1.8 мне намного больше нравится, чем система зачарования на 1.7. Это так... Привет, парень, да, я знаю, ты хочешь меня убить, но, к счастью, у меня есть союзник бравый, да и еще и железный меч. Кстати, эй, парень, дай мне еды-ка, а? Ты, кстати, должен зелье же варить, да? Вот уже сделал зелье? Уже сделал зелье? Ну, молодец, молодец, парень, молодец. Трек, конечно, скоро нельзя будет делать зелье силы до 4 фазы. Вот, ну, то есть, Blaze Root можно будет купить только на 4 фазе. Вот, и поэтому рашев под силой уже не будет так много, как это сейчас. И, кстати, это добавит немного баланса в плане игры соло игрокам. Так, ну что ж, у нас, в принципе, есть левел. Блин, я сейчас могу просрать себе этот левел, потому что здесь куча синих прибежала. А я еще даже не скрафтил броню. Надо забрать железо, скрафтить какую-то броню и пойти зачаровать меч. Давайте лучше зачаруем меч, да, чтобы хоть как-то отбиваться от противников. А то я уже пол хп потерял. Вот, Кулдрон, как обычно, скрафтил нам зельки. Это что, желтый, что ли, в броне? Охренеть. Охренеть, охренеть, охренеть. Просто сваливаю от него, просто валю. Еще и красный бежит, сейчас красный меня убьет, скорее всего. Я потеряю 30 левелов, которые я набивал таким долгим трудом. Нет, отлично, я выжил. Пацаны меня засейвили. Пацаны засейвили, пацаны, молодцы. Так, отлично. Начарую меч на 30 уровень, и получается у меня что? Небесная кара. Ну, конечно же, 4 уровня. Топ зачарования. Топ зачарования, ребята. Вот, короче, у меня как был железный меч, так и остался. Взялся, называется, энчантера почароваться, да, взял. Нормально, нормально, нормально. Это нормально, ребятки, нормально. Демастеру сегодня не будет вести, я чувствую. Так, так, отличненько, отличненько. Как видите, у нас вторая фаза, вы уже почти фулл железки, как я. Ну, конечно, половина все еще в кожанках бегает, но это норма, норма. Желтый прилетел, улетел, я, кстати, с ним нормально так получил очко. А, кстати, да, теперь на Annihilation не получаете очки, XP. Экспу, которая идет в опыт в общий, то есть теперь играя на Annihilation, можно быстрее вступить в какой-нибудь клан, который уже на сервере есть. Если лишь /клан лист, то вы увидите все кланы. Вот, клан лист 2, возможно, да, вон там вторые кланы. И первый лист, и второй лист. Здесь, конечно, не говорится, что есть листы, но они на самом деле есть. Так, ну что ж, есть уже человечек, нас может бафнуть, мы можем бафнуться. Кулдрон, там у тебя что, какие зелья-то? Силы, скорости, что там у тебя? Силы, да? Может, бафнемся уже и пойдем каких-нибудь желтых или синих убьем, которые постоянно сюда входят. Вот давайте, короче, все, ребята, идем к Нексусу, у Нексуса баф, баф у Нексуса, синий бежит к Нексусу, враг к Нексусу бежит, сейчас будет ломать, ой, сейчас я чувствую удар пропустим по Нексусу, а может даже два, нет, 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 нормально, нормально, успели, успели, успели его забить, так, все, баф у Нексуса, 10, 9, 8, начинает счет, мы с тобой вдвоем колдрон стоим, я пока на F5 нажму, чтобы это, видите, кто бежит, нормально, никто не бежит, 7, 6, 5, 4, я, конечно, такое что-то даю, чтобы все начали быстрее бежать, баф. Баф у Нексуса. Ждем. Бистро. Так, 4. Кто-то должен будет остаться на дефе. 3, 2, 1. Го. Бафай. Все, отлично, нас бафнули. Кто-нибудь останетесь на дефе, а мы побежали атаковать. Давайте пойдем сначала направо, на синих. Синих только что 3 человека прибегал. О, красный, здорово, с пару ударов буквально сливаем. Синего сливаем, красный даже сюда приходит, офигеть. Так, ну сервер уже, в принципе, дофига народ. Давайте пойдем направо, да, направо, погнали все-таки направо. Все, направо бежим. И сейчас будем раскидывать этих чувачков. Кстати, вот я думаю, эмеральды, лазуриты. Может сделать кому-то альтернативный. Может как-то Annihilation проапгрейдить, реально. Сделать его более интереснее, что ли. Добавить каких-нибудь шопов, я не знаю. За эмеральды лазурит, а то вот так ты бываешь от редстоун, эмеральды лазурит, и с ним по факту ничего сделать-то нельзя.
в игре можно было бы добавить много всяких интересных штучек. Как-то может сделать лично намного сложнее, чем раньше. Не знаю, у меня в голове много всяких разных идей, но, естественно, реализовать их будет Рейн. А так как он ленивая жопа, то он может их и не реализовать. Так я бегу как бы... Ребят, просто бежим к их Нексусу, внутрь забегаем и начинаем ломать. Сверху сильно не стоим, потому что вы знаете, чем это может закончиться. Я бегу не самый первый, поэтому я, наверное, не сольюсь раньше всех, но это не факт. Видимо, я сольюсь сейчас раньше всех, да, потому что... О, Демастер, нужно убить. О, не-не, отлично, я спас, вниз, пробиваемся, ребята, одно сердце, сейчас спину убьют, сейчас синий спину убьют. Ломайте Нексус. Охренеть, там синий в зачаровании стоит, ребят, убейте его. Так, наш Нексус тоже ломают, кажется, да, наш Нексус ломают. На дефе кто-то там, видимо, подкачал, ладно. Колдрон там нормально всех разбирает. Куладор, да, Куладор, молодец, парень, вообще красава, вообще секс, парень, молодец, не зря я его взял. Не зря я ему дал значок клана. Кстати, да, ребятки, те, кто в прошлый раз играли... О, какой-то меч нашел. Гибель насекомых, 4, мне вернули его. Типа, Демастер, это меч навечно с тобой на гибель насекомых. Я такой, окей, и забрал его. Жесть, гибель насекомых 4. Боже мой, это какое-то извращение вообще. Так, ладно, мне нужно еще не железо, не кислиток. Я пойду железо немного поднакопаю, заодно левел получу и попробую зачароваться. Что железо у меня заканчивается. Понимаете, вот если вы играете в Annihilation, ребята, и вы не варите зелье, то в вашей печке постоянно должно вариться железо. Если вы спросите, зачем, а все очень просто, потому что если вы умрете, чтобы у вас всегда была железная броня. И не, если вы видите, что у вас больше в печке уже переплавленных слитков, чем 24, боже мой, зачем я меч скрафтил? Ой, я дебил. То вы, короче, должны брать только примерно 24 слитка и не больше. Ну, там можно же разделять и брать только половину слитков, поэтому старайтесь брать половину, ребята. Это вот мой такой совет лично от меня. Так, ладно, спустимся вниз. Здесь лучше не копать, здесь меня сразу же увидят. Это опасно. Тут наковальня, кстати, пользуются, да? Тут, видимо, я перетащил. Так, я выкопаю сейчас немного железа. Кулдор там, ну, мало снесли Нексуса противника, потому что почти все были в кожанках. Вот о чем я, в принципе, и говорил. Были бы все в железках, было бы намного проще. Но у нас почти все были в кожанке, и зелье силы, оно не дало никакого преимущества. Поэтому, как вы видите, то есть мы играем не собранный, у нас же не собранный клан, правильно? У нас сейчас в TeamSpeak'е сидит человек 5. То есть все остальные здесь просто рандомы. И из-за того, что они бегают в кожанке, мы в итоге не можем снести противника. Это норма. Это норма для Annihilation, потому что я его не снимал уже год, и как бы все... ну, будем откровенны, большинство просто уже даже не знает, как в него играть. Просто заходят на мини-режим и делают что-то рандомное. Когда вы играете и видите, что кто-то варит зелье, пытается что-то сделать, пытайтесь, ребятки, тоже как-то командно играть, что ли. Это просто скрафтить броню, там, зачароваться. Ну да, если, конечно, у вас команда аутистов и никто зельки не варит, то это, конечно, проблематично, да? Вот, не всегда так получается, что тебе попадаются нормальные тиммейты, я понимаю, в принципе. Вот, то, ну... Старайтесь деф какую-нибудь построить, продержаться как можно дольше. Ведь в Annihilation не главное не победа, а главное участие. То есть вы можете... Ну, не, победа, конечно, всегда греет душу. То есть когда выигрываешь, ты чувствуешь себя просто таким, знаете, батя, таким, типа, писька длиннее становится. Ну, это нормально, нормально. Вот, отлично. Так, мы забираем эту железную руду. Мне не нужна эта железная руда, ребят. Я просто 300 левел хочу набить. И мне зачем-то скидывали свою железную руду. Лучше бы вот ты в железном сете, парень, стоял и не скидывал бы мне железную руду. А ты в итоге с железным нагрудником и скинул мне так железную руду. Зачем он мне нужен? Или это я накопал, что так железная руда? Не важно, короче. Так, ладно. Поднимаемся наверх. Демастер, почему я получаю 5 хп, у меня пассивка плюс вип? Я объясню. Сейчас, видите, даже онлайн в компасе не показывается. Королева мультисерверов. Короче, главный процессор, который отвечает за обработку всякой фигни, он упал. И когда вы получаете меньше XP, значит, просто упал этот... Дайте еды, ребят, кто-нибудь. Дайте еды. Пожрать бы чего. Дэм, то же самое, но я слился, как бы, да, я понимаю, что у меня тоже вот ботинок и шлема нет, ну, ботинки и шлем такое, как бы, не самое главное, но вот они у меня уже имеются. Еда. Ну, да, спасибо за один арбузик, парень. Он мне так сейчас нужен. Все, отлично, я съел, главное бегать, как бы, парень, спасибо все равно за арбуз. Так, на 30 левел чаруемся. Это чаровалка не на 30 уровень. На 30 уровень идем внизу. Так, Колдрон, что там у нас с зельками? Что у нас там с зельками? Есть еще? У тебя же две зельки еще, да? Должны быть, этого, в принципе... Охренеть! Сука! Желтый! Он забрал мой меч на страду, который... И как он там... Почему у нас на базе внизу около Нексуса желтый? Охренеть! И ломает нам просто Нексус. Я в шоке. Так, а чувак, дай мне с него дроп. Зачем ты его убил? Я бы его уже сам добил. Так. Никто на дефе... Колдор, скидывай мне сюда дроп мой. Давай.
куда-то в стену смотрит, ты сейчас накидаешь ему рандомом в кожанке. Там не один меч должен быть зачарован. Вот да, отдача, острота. Нет, остроты нет, прочность 3, отдача 2. Ну, слышь, даже неплохо. Отдача это, кстати, хорошо. Вот, ладно, но я удивлен, что на дефе никто не стоял, конечно. Ладно, насрать на самом деле, я уже привык к этому. Вот, то что, ну, какой-то пипец происходит. Так, окей, там желтые, я говорю, там желтые забегают и просто ломают нам Нексус наглую. Так, нам нужно снести желтых и синих в первую очередь. Даже желтых, я бы сказал, еще раньше, чем синих, потому что... Так, у нас даже какой-то телепорт, смотри, где-то стоит транспорт, пацаны, молодцы, кто транспорт поставил. Так, ладно. Я... Это изи, это скилл, парень пишет, ассасин. Боже мой, парень, вот посмотрим, кто из нас выиграет. Давайте снесем первых желтых, а не синих, а? Так, ладно, давайте пойдем вниз, бафаться, 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 ребятки, все вниз, колдор, пошли, 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 зелька бери. Колдор. Колдор, не стой на месте, что с тобой? У него кровь из глаз идет. Глаза в крови у пацана. Так, отлично. Отлично, отлично. У тебя ассасины здесь бегают. Ну, блин, ты вычислять, что ли? Блин, главное, чтобы Колдор не вылетел, потому что... А может, у меня зависло? Почему все стоят на местах? Не-не, все. Отлично, отлично. Го, го, баф. Колдор, бери зельку из своей приватной печки, да. Бери зельку одну и погнали бафаться. Баф у Нексуса. Надо написать, чтобы люди начали собираться. Я СТС вылетел, One Cry пишет, ничего страшного. Так, видите, нужно стать вот таким вот образом. Надо начать читать 10, 9, 8, 7. Значит, люди начали сбегаться. 5, 4. Сейчас еще раз пишем баф у Нексуса, чтобы люди это видели. Так, 4. Три. Так, ждем, ждем, ждем. Пока это просто я пишу, чтобы они типа думали, что мало времени осталось. Пусть подбегают. 3, 2. Где? Где люди-то еще? Все, больше людей нет? Вот еще побежал. 1. Бал. Бафай. Все, отлично, ребятки. Побежали. Просто бежим. Блин, у меня еды нет. Я заскочу за едой. Вы бегите сразу же на синих. Я быстренько там арбузика все порублю. Вот, сразу за синих добиваем. И потом пойдем на желтых. У синих просто дофига жизни. У желтых жизни мало. Они как бы не представляют нам такой большой угрозой. Надо, наверное, играть за хэндимена. Вот за хэндимена, кстати, рашить удобно. Ты порашил вроде как, и это... Синих нам, кстати, пришли. Синие два... Я хорошо, что я последний бежал. Сейчас этих синих убью. Отлично. Все, ребятки, на синих, на синих, на синих, на синих. Бегите там. Можете меня, конечно, подождать. Вот, под силочкой. Но на синих это вроде направо. Или это желтый? Там вроде синий направо. Ван Крайсен, в принципе, тут тусуется. Все, я бегу к вам, ребятки. Я бегу к вам, туда вот, к синим. Можно переплыть. Жаль, можно сказать, что здесь моста нет. Главное, чтобы с луком тут парень не расстоял. О, скорпион, кстати, может мне к себе притянуть. Так, наш Нексус начали ломать. Это, конечно, плохо. То у нас на Нексусе на дефе никто не остался. Ну, правильно, зачем дефать Нексус? Это вообще бессмысленно, да? В итоге у нас теперь жизни меньше, чем у синего Нексуса. Это вообще бред какой-то. Так, меня синий притянул к себе. Скорпион, но надо бы его слить. Где? Где все, кто бахнули зельями силы? Лол, куда они пошли? Я понять не могу. Боже мой, мне кажется, я на синих вообще пошел один с четырьмя там или с пятью кожанчиками и ванкраем. Короче, Колдор, твои зелья силы, они просто в никуда ушли, я тебе так скажу. Вот, потому что союзники просто вообще боженьки. Довалить! Ах, пол хп было. Да, ну да, просто не выживал уже. Так, окей, я сменю класс энчантера, это бессмысленно просто. Окей, окей. Куча кожанщиков, которые рашат под силы, это вообще бред, поэтому надо взять что-то типа скаута. За энчантера уже нет смысла мне бегать, все-таки под скоростью буду как бы бегать, как будто бы. Так, мне нужно, кстати, где-то угля достать, я думаю, в шахте, в принципе, нарыть можно. И у нас там шахта. Так. Так. Дэм, почему у него все золото обнулилось? Ребята, если вы видите, что написано 0 золота и онлайн не отображается в компасе, значит идут какие-то технические работы. И не нужно паниковать, что за паника у людей постоянно? 200 раз уже такое было, то что технические работы по утрам есть, по утрам, по ночам. В инвизе прибежал этот чертов ассасин, опять, блин, чисто меня убить, собака, сдохни, сдохни. Отлично, мы его еще и убили, ха-ха, лох! Лох-ассасин, просто вы это видели, вот это вот лошара вообще. Пришел еще и соснул, блин, в своей железной броне, еще подарил мне железную броню, которую я, скорее всего, сейчас отдам. Она даже на прочность. Ничего так, ничего так. Вот эти ассасины, а, негодяи, ладно. Наберу немного арбузов. В итоге, смотрите, мы Нексус просираем вообще по жести, потому что у нас...